День самоуправления в 6-м лицее – это уже сложившаяся традиция. Дети и родители тщательно готовятся к этому событию. Для учеников старшей школы это возможность применить на себя роль педагогов, а для родителей, наоборот, представить свою профессию. В этот день наши родители проводят уроки и ощущают свое присутствие в лицее в роли педагогов. А детей своих они видят в роли учеников. Это нравится как и детям, так и родителям. Креативный подход – это главное при выборе темы уроков, считают родители. Математические ребусы, путешествия в страну сказок, удивительный подводный мир, цветы для учителя – все это приготовили родители для учеников начальной школы. И дети, и родители всегда с трепетом ждут этого дня и готовы всегда участвовать в этом мероприятии. Родители поддерживают добрую традицию, а дети с удовольствием выполняют все задания. Мой самый любимый урок – это математика. Потому что мне нравится считать всякие числа, умножать, делить. Родители признаются, удержать внимание детей непросто. Именно в такие минуты понимаешь всю сложность этой профессии. А еще начинаешь больше ценить труд учителей, которые не только обучают, но и воспитывают наших детей. Евгения Галяева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».